Друзья, всем привет! Всех приветствую на своем канале. В общем, сегодня поехали с друзьями на Чембулак покататься на сноубордах. Никогда в жизни не катались. Катались на лыжах когда-то так, тоже там получалось, не получалось. Сейчас вот решили взять этот сноуборд и покататься. Сколько вот жили, да, брат, там, да. В Германии ни раз в Австрию не поехали, не покатались, короче, сколько-то. А сейчас приехали и решили вместе сюда поехать на Чембулак. Ну ладно. В общем, сейчас мы на ночные катания, вечера будет уже темно. Сейчас буду там оттуда вам снимать красивые моменты. Кому-то, может, интересно будет. В общем, приятного просмотра всем. Так здесь выглядит очередь на ночные катания. Друзья, вот что-то чуть отсвечит от фонарей. Мы вот здесь поднялись. Можно посмотреть в телескоп. Вот сколько вот народу. Сейчас вот люди еще выше пойдут. Мы пока здесь учиться будем. Здесь уже выше не поедем. Ну, не поедем пока что. Сейчас пойдем, найдем кафе какой-нибудь. Чай попьем. У нас еще полчаса до того, как... Ну, начнется наш сеанс. Вот такая красота здесь. Все горит, светло. Вон люди катаются тоже. И а что, может, вот здесь потренируемся или как? Вон. Или что это? Вот чуть-чуть поднялся и этот, прокатился. В самый раз, по-моему. Так, вот, нормально вроде видно. Друзья, сейчас пришли, вот начнем, будем пробовать. Первый раз просто. Ни раз не катались, не знаю, тяжело, нет. Пришли вот такую горочку, здесь все, кто учится, все здесь, в общем. Потом уже, если научился, можно вот либо на основную гору подняться, либо вот на вот эту поменьше чуть-чуть, как я понял. Что там получается? Все эти сноуборды, там, одежду все сняли на прокат. Все объяснили там, сказали, как, что пользоваться. Ой, смотри, как упал. Неплохо так. В общем, как-то так. Сейчас еще один наш придет. Камал! Вот тоже вроде более-менее что-то получается. У меня пока еще даже так не получается. Вот, поехал. Так, там немец сейчас поедет. Женя! Че ты едешь? Сейчас как поедет, сниму обязательно. Женька поехал. О, смотри как уже. Давай. О, смотри, исполняет, да? Вот, молодец. Смотри, раз, тормозит, красавчик. Смотри, раз, все, молодец. Че, зашли перекусить, взяли по тортику, да? Женька пошел в туалет искать. Такая вот кафешка прикольная. Сейчас перекусим и дальше пойдем падать, тренироваться. Камера, конечно, не передаст все, но вот посмотрите, какой вид. Весь город как на ладони. Вот здесь такие стульчики для курящих. Можешь присесть, курить и смотреть на такой вид. Так, вот так здесь люди катаются. Это тоже небольшой такой склон. На вот этих крючках, на бюгеле или как его называют, поднимаешься вот там. Недалеко вот пацаны сейчас поехали. И спускаешься. Я сейчас тоже пойду. В общем, друзья, вот мы накатались, немного поснимал вам, кому-то, может, будет интересно, как это выглядит, может, кто-то здесь никогда не был. Это один из знаменитых наших горнолыжных курортов, да, Чембулак называется, находится очень высоко в горах. Чуть покатались, чуть поснимали вам. Сейчас, если честно, изматывает это дело, попадали. В следующий раз еще поедем, все, учиться уже будем получше. Сегодня был так пробный просто заезд, потом будем частенько ездить, обучаться. В общем, спасибо всем, кто смотрел, оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте лайки, всем